Клиник Нива. Люди навстречу людям. Во вторник в Самарской области облачно, местами пройдет дождь, днем плюс 6, плюс 8, ночью 2-4 выше 0, ветер западный 4-6, порывы до 12 метров в секунду. В Сызрани на небе тучи, в дневное время плюс 8, в темное плюс 2 градуса, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь, днем плюс 8, ночью 4, тепла, западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, днем плюс 7, ночью 3 с плюсом, западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 66%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Здравствуйте, вы позвонили в банк Нейва. Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк Нива. Люди навстречу людям.